Здравствуйте, подписчики моего канала. И вот пришло время моих замеров, взвешивания. Это уже прошло 2 месяца, как я худею. Или три месяца. 3 месяца прошло, как я худею. Замеры были, но не было взвешивания, потому что я весы мои не показывали. А теперь я надеюсь, что весы покажут, и теперь будем постоянно взвешиваться. Ну, что хочу сказать. На вопросы я стараюсь всем ответить, кто задает. Я отвечаю. Все вот постоянный вопрос спрашивают, как вы терпите голод? Почему вы думаете, что я голодаю? Я вот, вопрос у меня, он правильный, но мне как-то он немножко... Ну, не голодаю, я не чувствую, почему голод-то. Можно попить воды, можно да, вот такое же яблоко съесть, чай. Я люблю много, просто чай пить много. И чай, и кофе я пью, цикорий пью. Компоты все сладкое, это я не пью, а просто чай. Я очень много пью чаю. Мне легче, если я хочу есть, я пойду чай попью. А самый простой способ – отвлечься чем-то. Занять себя или работой, или вязанием, или еще чем-то. Для вас интересным. И вы есть хотеть не будете. Ни вечером, ни никогда. И почему мне так, вы говорите, маленький такой этот питание, что от него можно есть хотеть? Да нормально оно сытное. Так кажется, что оно сытное. Супы все сытные, особенно крем-супы. Они очень сытные все. Не знаю, они такие вот, ну, крем. Суп, он сытный. И 300-350 грамм, это достаточно, мне кажется, человеку, чтобы насытиться. Можно добавить там сыр кусочек. Сыр я покупаю маложирный, там 20% жирности. Кусочек, тем более, что я смотрела, это 2 пальца кусочек сыра. Вот таким можно себе позволить. Так, что еще хотела сказать? Ой, ну, не знаю, что еще. Будем замеряться, наверное, замеры делать. У меня тут есть, одену я очки. Сейчас встану и буду замеряться. И покажу вам свои замеры. Замеряю я грудь. Я, может, присяду. Честно, сделаем вот так. Так, что у меня тут получается? Замер груди 147. А был 145. Что-то неправильно. Или грудь выросла. Да нет, 145, так она и есть. Вообще ничего тут. Ничего, грудь она не уменьшилась. Талия. Талия. Мои Наталии. Талия 139. Одинаковая, 139 талия. Одинаковые замеры. Может быть, у меня... Так, ну вот, бедра. Нашли мы бедра сегодня. И бедра у нас 148. Да что-то все одинаково. В общем, на одном месте все. За месяц ничего не похудело. В объемах. Объемы никуда не ушли. Наверное, они уже пока встали. Я сегодня по-домашнему в халатике измеряюсь. Может быть, надо было одевать платье, которое оно потоньше, может быть. Ну, в общем...
замеры одинаковые. Сейчас я напишу тут попонятнее. Восьмерка. И вот получились вот такие у меня замеры. Одинаковые, видите? Я, наверное, уже не буду измерять свои замеры, а буду взвешиваться. Я думаю, у меня уже вес пойдет нормальный, весы будут показывать, и я буду каждый месяц взвешиваться. Я не взвешиваюсь каждую неделю, потому что я считаю, что это взвешивание... Ну, зачем? Ну, похудеть там на 500 грамм. А зачем оно нужно? А за месяц уже результат будет виден. Мне хочется худеть за месяц. 3-4 килограмма. Это правильно худеть. И стараться худеть. Ходить я хожу. Зарядкой надо заниматься. А я еще ленюсь заниматься. Ходить много, очень много нельзя. Ну, средний есть, походу, у меня. Знаешь, вот такие. Вот задавайте мне вопросы, я буду отвечать. Я лучше сейчас буду снимать и отвечать. Подписывайтесь на мой канал. Будем разговаривать. Я буду отвечать. Мне так удобнее. Сразу сказать вам. Вы подпишитесь, спросите. А я вам все расскажу, покажу. Какие рецепты, если кому интересно, я тоже покажу. Что вам интересно? Мне вот это интересно знать. Что вам интересно, я буду все рассказывать. Да, мне 54-55 в этом году будет. Может, кто-то с моего возраста, давайте вместе худеть. Может, там интереснее будет, может, с рецептами каким делиться будем. Сейчас я покажу свой вес. Насколько я похудела за 3 месяца. Весы меня не брали, 3 месяца. У меня весы 150 килограмм. Сейчас я вам покажу свой вес. Ой. Ну вот я встаю на весы. Свой вес. О. 149 900.